Я ломал стекло! Не, хуйня. Я хочу сейчас побыть одна. Ты ведь знаешь, что ли приду. Я хочу сейчас побыть одна. Или я с ума сойду. Не прячь, злю. Я рыба, блядь. Злюлые глаза. Утри слезу. Ой, блядь. Доверься мне. Не прячь зеленые глаза. Не на беду, не на беду, поверь. Ай, блядь, хуйня, знаешь, это хуйня-то? Он, блядь, да, такой импортный, блядь. Зеленоглазая тактика. Прошу тебя, притормози, ты отвези меня туда. Ёб твою мать. Где ждут меня мои друзья? Я хуя. Первым, блядь, зеленоглазая. Баба-хаба. Ну, блядь. Я еще полчаса буду отряхивать их. О! Расковщик! Дричковщик! Чувак, это рэвчик. Или нет? Валяй отсюда, пойдем. Пока ты вообще все кости переломали здесь. Пойдем, вообще, Дим, что ты, блядь? Не, лучше иди. Что ты лыбишься, тварь? Не, иди, иди лучше. Ты слышишь, мудак? Иди. Сюда иди. Да иди лучше, да. Сука, вот, да куда-нибудь вообще, просто вообще. Куда-нибудь. Вон туда иди. Понял. Туда иди. Валяй отсюда, а! Не, иди, иди, на самом деле, просто нахуй. Черок, блядь. Что вы по этому поводу скажете? Это разборка питерская. Я сейчас тоже, блядь, человек завелся нахуй на стул, блядь. Да пусть валит. Вы мне можно сфотографировать? Конечно, блин, для людей выше. Успокойся, все, выше, спокойно. Спрашивай повара. Повар, какова твоя профессия? Ты милиционер? Нет, отвечает повар. Моя главная профессия – повар. Ха! А твоя? Отмечу. А потом кто? Скину по Асе сегодня. А какая Ася? Давай прыгай, какашка. Отходите, ребята, отходите. Подальше. What the fuck, мазафака, сука, блядь. Сука. Что с тобой? Да, блядь, не лежи ты на нем, припездок. Он яйцами пёзнулся, сука. Показывай, покажи. Не сдёргай. Не, рука-то нормальная. Чуть-чуть поцарапан, нормально. Главное, что он, нормально. Сука, очком перед... Пизда рулю! Пизда рулю и седу! Это мега руль, блядь. Быстро, блядь! Андрюха, машинку пришли, а? Сюда. Доставить. Нет, чего тебе надо, блядь? Свали отсюда, блядь! А? Дуйте 19-5-18. Квартира. Нет, свали отсюда, блядь! Да. Что тебе надо у меня дома? Ну, видеть я хочу. А ты меня не видишь, что ли? Ну, так ты не открываешь, ни хрена. А зачем мне тебя видеть? Что, мне тебя нужно видеть. А зачем тебе я мне видеть? Мне тебя видеть. Что ты мне дверь выпилил? Ты что, беспределом, что ли, занимаешься? А что, нет, блядь? А ты чем занимаешься? Че ты мне дверь выпилил, блядь? Че ты мне дверь выпилил, блядь? Че ты мне дверь выпилил, блядь? Давай делай дверь быстро, блядь! Подожди, дверь сделал, блядь! Дверь сделал, блядь! Дверь сделал, блядь! Я тебе поставлю дверь, что ты. Давай сядь, ёбки, блядь! Хорошо. Поставил мне дверь быстро, блядь!
блядь! Говори, что хотел. Дверь запили? Запилю. Давай запиливай. Обязательно. Давай, сделай дверь, что ты пришел ко мне, блядь? Запилю. Дверь сделал мне, блядь. Не нервничай. Таблетки дверь выпил. Мне сделал, блядь. Таблетки выпил? Дверь мне сделал, блядь. Таблетки выпил? Дверь мне сделал, блядь. Ты что таблетки не пьешь? Дверь мне сделал, блядь. Которые тебе прописали. Дверь мне сделал, блядь. Сделаю, не переживай. Давай делай, хули ты ставишь, руку отпусти мне, блядь. Чего это, блядь? Руку отпусти, блядь. Ты буйный там. Кто буйный? Ты буйный, ёпта, блядь. Да кризис начал. Дверь мне запили, блядь. Среднего возраста кризис начал. Дверь мне запили, блядь. Запилю сейчас обратно. Давай запиливай, блядь. Обувайся. Давай запиливай, сказано, блядь. Чё ты ко мне пришел, блядь? Обувайся. Чё тебе надо, блядь? Обувайся. Чё тебе надо у меня дома, блядь? Нужно, значит. Что значит нужно, ёпта? Что тебе нужно у меня дома, блядь? Что нужно? Что тебе нужно у меня дома, блядь? Интересная личность ты. Что? Интересная личность. Я знаю. Что тебе нужно у меня дома, блядь? Чего мне нужно, я знаю. Зачем я тебе нужен, блядь? Ты ко мне не приходишь. Зачем я к тебе должен приходить, блядь? Ты меня на учете состоишь. Какому учете? Ты что, дурак, что ли, мент? Наверное, я, блядь. Дверь мне поставь, как выпилил, блядь. Поставлю, чем болеешь? Ничем. А что слюна у тебя на губах? Плюет. Все принимал. Я снимаю, нахуй. Вот это прикол. Людей с какими редкими именами вы встречали в жизни и кто были эти люди? Как вам сказать? Я прожила довольно долгую жизнь. Ибрагим вам что-нибудь говорит? Прекрасное имя. Аллах Акбар. Спасибо. Я прошла афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти ее. Мужчина определяется делом, а не словом. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина.